Всем привет. 9 сентября. Сегодня лоточку исполнилось 6 месяцев. Живой вес по таблице 203 килограмма. Коротко в рационе. Трава, сено, отруби и корнепол. И овощи. Короче, по сену. Сено 1,5 килограмма. Траву даю 5 килограмм, отруби 2 килограмма и овощи по 3 килограмма, 1,5 кабачков и 1,5 тыквы. Больше месяца его не выпускал с сарая, пока ко мне не привык, и то ведь от меня еще убегает, зараза. Собаку боится. Не кричи. Давай, давай, бегай. Там барон, зараза, бесится. Алтайчик, иди, 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 иди. Грязно, конечно. Ну, бычок ходит под себя. Как бы не стелил под него, ну, как капусту ест. Молодец, все ест. Ну, хороший бык будет. Его сейчас самое главное его не раскормить до прощающего визга. Меняет цвет у него уже. Я его когда приводил, он прям был пепельный. А сейчас видите какой. Уже коричневато становится. Ну, мать у него красная. Отец у него семен. Поместный сементал, скажем так. Ну, в быке было больше от молочных, чем от мясных пород. Алтайчик. Ну, а по деньгам, если сейчас сказать, ну, сейчас я в него вкладываю в день 35 рублей. Ну, у меня из покупного только сена и отруби. Овощи у меня свои. А траву сам накашиваю бесплатно. Зимой, конечно, стенка, конечно, ему прибавлю, отруби я больше ему не буду прибавлять, чтобы он у меня салом не заплыл. Ну, овощи, докуда хватит, шмель, зараза, летает. Иди отсюда, блин. Давай, давай, бегай. Алтайчик. Ну, теперь же я буду выпускать из сарая раз в 3 дня. Пусть себе наращивает эту мышечную массу. Бегает, бегает, прыгает. Навоз пыряет. Ну, точнее сказать, скидывает. Ну, молодец, все ест. Давай, давай, ешь. Алтайчик. Алтайчик. Стой, стой, стой. Нет, все равно меня еще боится.
До конца я еще не привык. Долго я не двигался. Ноги у него забиты. И шея. Не поймет, где орут. Да, Алтасик? Так он и белку видит, и октябринку видит, и барона видит. Короче, ему не скучно. Он всех видит. Там Янка орёт. На этом все. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.